Школа какой-то? Да. Гимназия 1567. Какая? Гимназия 1567. А это что у вас за культ поход? Это просто место урока? Нет, это да, по истории. По истории? Да. История чего? История. Мировая культура. А, понятно. Спасибо. А вы то что-то знаете про этот период? Да, нам рассказали сегодня. Сегодня как-то, да? Перед тем, как сюда поехать, нам сначала рассказали историю Йозефа Кулделки и про то, как он фотографировал, как переправлял фотографии, как потом работал во Франции. И только когда у него осталась только его старушка-мать, только тогда он открылся, что это его фотографии. До этого они были в тайне. И он стал великим фотографом. Да. Я нашел контроль Антона Корбана про Джой Дивизион. Так я не очень понимаю, что я не знаю, с ним кто. Алло! Мне вот это очень Где ты живешь? В Москве. В Москве? Да. Здесь фотошкола будет. Что? Фотошкола да. будет, да. Я заслышала про это. Меня вдруг занимается очень серьезно фотографией. Моя дочка не хочет. Хотя я фотограф сам. Странно. Мне тоже мама стала фотографом. Я хочу быть журналистом. Так вот вышло. А по маму тебе? Стоматолог. Thank you.